с удовольствием можно покушать и можно попить. Всем привет, друзья! Меня зовут Юсуф. Я вам приготовлю турецкие хорошие блюда. Конечно, экономные хорошие блюда. Очень много людей спрашивают, скоро Новый год, стол поставить такое красивое блюдо. Пожалуйста, показывай нам. Конечно, я показываю. Есть в России даже также слово, как встречаешь, и так будет в этом году. Если богатым встречаешь, богатым будешь. Вот такая ситуация есть, я понимаю. Конечно, сейчас будем готовить, друзья. Хочется шашлык. Вы знаете, зима, шашлык на улицу жарить. Не очень, но хочется, как можно дома приготовлю шашлык. Красным мясом даже. Давайте покажу вам. Друзья, у меня есть говяжье мясо. На это килограмм 200. У меня есть лук. Есть говяжий жир. У меня есть паприка красная. Черный перец. Йогурт. Это соль, друзья. Без йодной соль. Обычная. Везде есть это. Есть подписчики, спрашивают там, какой пакет. Вот так я купил. Вот таких пакет. Которые место жительства турецкие. Они всегда спрашивают. Оливковое масло тоже есть, друзья. Покажу, как можно пользоваться. Конечно, сначала надо порезать, мариновать надо делать мясо. Но это очень-очень-очень важно. Что? Если мясо не маринуешь, мясо будет очень крепче. Если жаришь просто, будет простое жареное мясо. Если маринуешь, так внутри тоже будет жарить. Тогда будет очень-очень вкусно. Конечно, угол не сможем делать. И дома как можно варианты покажу. Друзья, какое мясо надо выбирать? Знаете, биштекс, который мягкий мясо, где антрикот, биштекс, там мягкий мясо. Конечно, у вас там какой-то, это говяжий. Если вы хотите других животных мясо тоже выбирать можно. Мариновать абсолютно одно и то же. Если сверху, который это вот такой не беретесь, когда покушаешь, там зубы трогают, это тогда будет не очень хорошее. А сейчас можно порезать. Такое красное мясо, видите, даже жир нету внутри. Лук тереем через маленькие отверстия. Два зуба, чеснок есть у нас тоже тереем. Друзья, раз, два, 3 столовые ложка йогурт. Если у вас йогурт нет, кефир, сметан тоже можно добавить. Паприка, чайная ложка 1, вот 1,5. Черный перец, 1 ложка достаточно, хорошо аромат дают. Соль, вот сколько, чайная ложка. Оливковое масло, грамм 50. Не больше. А сейчас смешиваем. Она готова. А сейчас наше мясо все внутри кладем. Смешиваем сейчас. Мариновать уже готово. Это мариновать минимум 8 часов. Вставляем в холодильник. Пленку закрываем сверху. Вечером как приготовите? Так около 8 часов приготовите, утром можно уже жарить. Либо утром приготовите, вечером готов жарить будет. Мягкий мясо будет. Вот так. Друзья, прошло у нас 12 часов. Минимум 8 часов надо было для мяса. У нас прошло 12 часов. Сейчас начинаем готовить. Видите, мясо уже жидкость внутри есть. Мы что будем делать? Каждый дома есть такой дуршлаг. Вот прям лавабо мясо ставим внутри. Друзья, у меня есть зеленый перец, 4 штук сладкий. Красный перец есть сладкий, тоже 4 штук. У меня красный лук есть. Сегодня красный лук буду готовить. И картошка, конечно, белый лук тоже подойдет. А сейчас начинаем чистить картошку. Картошку побольше размером порежем, потому что у нас мясо долго будет жарить.
Вот такой большой размер. Не очень тонкий. Вот так. Прямо пластик забираем. Овощ тоже так же, друзья. Побольше размер. Лук тоже круглый порежем. Друзья, сейчас чеснок. Чеснок как будем? Чеснок надо почистить, конечно. Средненько порежем один раз. Сейчас будем соус готовить. Чесночный соус. Необычный, конечно. Порежем маленький-маленький куском. Нож вот так держите. Вот один рук сюда. Сверху немножко соль. Вот. Чеснок готово. Убираем. А сейчас очередь наше мясо. Надо нанизывать шпачком. Уже все, вода закончилась. Начинаем. Так. Какая мягкая осталась мясо. По 4 кусочка шпачку совсем так делю. Друзья, овощи сверху, оливковое масло. Сколько грамм? 50-60. Вот, пусть пригуляют. 2 ложка соль. Который наш чеснок. Вот половинка забираем внутри. Остальную половинку соус будет у нас. А сейчас хорошо перемешаем. Друзья, поднос. Вот. Бумага. А сейчас начинаем. Картошку сначала, которая открыт место. Перец. Вот, друзья, внутри которой остатки, чеснок у нас везде должна попасть. Решетку сверху открываем. Вот, вставляем наше мясо. Уже приготовили. Вот, готово. А сейчас у нас духовку. Только вверх-вниз режим. 180 градусов. Подключаем и ждем. А сейчас будем готовить соус. Друзья, видите, сверху мясо, внизу овощи, которым мясо, свой вода, соус попадет внизу. Внизу, который чесночный соус будет наверху. Вот мясо между собой будет жарить. Еще сейчас будем готовить соус. Каждые 5-10 минут будем помазать. Друзья, у нас жир был, говяжий жир. Баранный жир тоже можно, любой жир. Вот так порежем. Вот достаточно сколько. Большой огонь. Прям жир кладем внутри. И внизу посмотрим, что происходит. Видите, как капает. Растопили жир, немножко черный перец внутри, просто аромат. Последний раз еще раз перемешаем, уже можно выключать. Жир потихоньку забираем, где у нас чеснок есть. Даже немножко соль можно кладывать внутри. Немножко. Наш соус готов. А сейчас что будем делать? Вот соус, где мясо сверху. Помазываем. Вот 3 раз помазываем, который наш соусом, прям мясо сверху, будет ароматно, мягкий, очень вкусно получается. Будем результат ждать. Мясо уже пора забирать.
Друзья, пожарили, мягкий, хорошо, приятно, вкусно. Мясо получили, овощи получили, а сейчас будем кушать. Друзья, приготовили, вот красавчик получили. У нас приготовление 45 минут. Если, конечно, хотите картошку так хрустящими, еще можно пожарить картошку. Я так мягкий люблю. Видите, какая мягкая. И мясо отличное жареное. Мы уже попробовали, конечно, ваш против тоже надо попробовать. Все отлично, вкусно, мягкий, друзья. Видите, мясо какая? Мягкий, отлично выглядит. Лаваш, Новый годный стол, отличная идея, отличный вариант. Можно приготовить, вот с удовольствием можно покушать и можно попить. Что и сказать, друзья, на следующей рецепте увидимся. Всем пока.